В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека. Сход оползня привел к обрушению шахты по добыче нефрита вблизи села Сейкому. 23 горняка погибли, еще четверо пропали без вести. В Мьянме в результате схода оползня в штате Качин погибли 23 человека, еще четверо пропали без вести. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает агентство Зинва. Отмечено, что сход оползня, который произошел еще на прошлой неделе, привел к обрушению шахты по добыче нефрита вблизи села Сейкому. Рудник принадлежит компании Айр Ейденер. Все это время спасатели вели поиски 27 пропавших горняков. Напомним, на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Также сообщалось, что в Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.